Так, 19 июня 2019 год, Харьков, 20:37 по Киеву. И это никогда в жизни не догадаетесь, солнце. Вчера пытался я тут снять слияние схождения Меркурия и Марса, но облачность была. Не в пример сегодняшним характеристикам. И все это накрылось. В общем, накрылось. Сегодня уже Марс и Меркурий будут подальше друг от друга, но все равно там, по-моему, половина градуса всего-навсего. Птички. Так, что это у нас получается? Касание горизонта. 20:38 по Киеву. Красота. Ха, мне нравится. Вот на фоне этих деревьев так особенно. Да, ну 83 кратного увеличения плюс 4 цифровое. И ты просто смотришь на какое-то желтое пятно. Никакого ощущения, что это солнце. Это фотоаппарат Nikon Coolpix P900. С Сонькой я снимал с 50 кратным увеличением. Ну где-то примерно вот так он увеличивал. Как-то хоть видно, на что смотришь. Не, ну вот сейчас. Куда? Вот это вот максимальное увеличение. Опа! Птичка по солнышку пролетела, а там 6000 градусов на поверхности. Это даже чуть-чуть больше, чем сейчас в Харькове. И даже чуть-чуть больше, чем у меня в цехе. Вот сейчас на фоне вот этих деревьев будет классно видно движение солнца. На закате, если получится у меня да, совладать со своими треногами, в смысле со штатива треногами, конечно, а не со своими. Нет, не получится. Да? Может хоть так. А тут никаких характерных приметных. Да. Ориентирования. Кроме снующих по поверхности светила пернатых, превращается в какой-то орнитологический заплыв, забег. О нем наблюдение за солнцем. Ты посмотри. Пернатые слабожанщины называется сюжет. Господи, да где ж там этот край солнца? Где край света? Вон он, наконец-то. Ну, надеюсь, матрица мне это на фотоаппарате не спалила.
Дома, конечно, посмотрим. Лады. 20:42 по Киеву в Харькове. 19 июня. И 2019 год. Все, да, потерялся. Подождем. Через минут 20-30 должен появиться Меркурий. А в 20:14 и Меркурий, и Сатурн будут на одном уровне на небосклоне. Может, на да, ну точно. Орнитологические какие-то получились. А это какой-то хищник, ёлки-моталки. Что-то там он выслеживает. Надеюсь, не меня. Лады.